Всем привет, с вами Кристал, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Multilated All 2. Первую часть мы уже играли, в описании есть ссылка на плейлист, там и найдете, если что. А мы играем вторую часть, которую добавили ведра с краской, лечащие гранаты и кучу всяких других интересных штук, например, огнестрельное оружие, которое попозже покажу. Сейчас же мы можем использовать всякое волшебство, я вот так назову, потому что, по идее, это эффекты от разного оружия, вообще, но больше похоже, что это магия какая-то, потому что может всякими фаерболами кидаться вот так вот или сжечь нашего чувака вообще, а потом его заморозить, чтобы он не сгорел, а потом не знаю, что у нас там есть интересного, высосать из него кровь, например, и покидаться и по уровню. Оторвали руку, тем более ему еще так. Можно связать его, чтобы корнями, только я не знаю, будет ли на замороженного работать, нет, на замороженного это не работает. Ну ладно, разобьем его тогда на кусочки. Бам! Бам! Эй! Все. И лечащую гранату по нему, чтобы его восстановить. Нет, конечно, такое не работает. Ну, есть, конечно же, еще классная штука. Мне она очень понравилась. Я долгое время ей издевался над нашим персонажем. Это возможность разрезать объекты. На. Вот таким вот образом. Хоп, 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 хоп. Metal Gear Rising прям какой-то у нас. Рубим, 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 рубим. Это очень классная штука, я люблю, например, делать из квадрата что-нибудь новое. Так вот, хоп, 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 хоп. Очень классная штука. Также, кстати, можно увеличивать размеры вещей теперь. Можем сделать его маленькие ручки, там, огромный кулак, гигантскую голову. А потом это разрезать все. Так, где она? Резалка-то наша. Хоп. Ой! Можем, конечно же, также пользоваться старым оружием, которым мы пользовались до этого. Правда, хочу я его немножко увеличить, чтобы все-таки было повнушительнее. А то какой-то, ну, маленький мечик, чем кому он интересен. Так. Черт! Я его не в том месте увеличил, поэтому там застрял сейчас. Так, давайте мы его сделаем еще больше. Так, нет, я вообще поменьше хотел. Так, давай, давай, меньше. О! Детский ножик. Так. Давайте мы его поднимем, если я смогу попасть по нему, не задев. Слишком маленький, так, ладно. Хоп, останавливаем время, увеличиваем масштаб этой вещи. Хоп. И проверяем его на офигенность. Можно, кстати, по идее дать в руку нашему герою этот меч, но у меня это плохо получается, поэтому делать не буду. Какой-то меч бракованный, тут же развалился на пол... Все лезвие просто отпало и превратилось в дубину какую-то. Ну ладно, дубиной давайте побьем его. Что нам еще-то делать? На, все готов. И, конечно же, огнестрельное оружие. Вот можем автомат, например, взять. И надо его включить вот таким вот образом. Мы его включаем. После этого он будет стрелять. Но надо либо вот так вот удерживать его. Кстати, я сейчас сломал автомат, поэтому работать он не будет. Мы включаем его такой активацией, а потом можем взять в руку. Вот так вот. И стрелять уже сами из него. На F. Можем нажимать F и стрелять после того, как мы его включили. И просто в кашу все превращать. Так вот. Просто и все. Кстати, сломали опять его. Или же всякие базука есть с маленькой ядерной бомбой. Вот такой вот, кстати говоря, получится. О, получилось. Гарпун. Загарпуним. Давайте. Бам. Бам. Эй, стоп. Блин, надо, у меня стоит свойство, не то надо поднять. Так, давайте, хедшот! Хоп, 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 хоп. И, кстати, лучше слишком много гарпуном не стрелять, а то потом все к чертям зависнет. Был у меня уже такой опыт. Также есть всякие кнопки, таймеры, трейсер, кстати, которым я еще даже не пользовался. Как он работает, интересно. Так, давайте попробуем. Сделает он хоть что-то или нет? Нет, трейсер ничего не сделает. В общем-то, эти все провода, кнопки, остальные всякие штуки надо активировать новой этой фишкой. Вот так вот мы берем, так хоп, и активируем блендер этот, например. После этого может что-нибудь измельчать, допустим, ракету. Бам! Хаверборд есть еще также, тоже надо включить. И после этого хаверборд летать будет. Очень много всяких интересных штук появилось. Термометр. Зачем он только нам? Не знаю пока. Там есть большое-большое обучение, где можно тонну всяких вещей найти. Вон Energy Sword, например. Активировался, нет?
Не знаю, непонятно. Дроны летящие, дроны с лазером, турель, кстати говоря. Турель. Эй, стоп, этот лазерный меч раскрошил мою турель. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Офигенная, по-моему, штука. Есть медикаменты всякие. Антистетик. Я не знаю, как это поможет нашему герою, но... Но это может, в принципе, помочь. Давайте вон бинтик ему приклеим. Бандаж, может, он ему поможет. Есть медган, который можно лечить. В общем, тонна-тонна всяких вещей. Также вот их можно здесь привязать. Вот эти вот штукой, например... Вот этой штукой, например, можно привязать два объекта. Хоп, теперь он держится. Так почему-то все время он как будто воздушным шариком становится. Я не знаю, может, что-то я не понимаю. Но поэтому все время вместе с ним летает привязанный какой-то. Что это? Почему так происходит? Мне пока не понятно. Так, что у нас еще есть? Давайте что-нибудь поиздеваемся. У нас есть шапки еще всякие. Можно попробовать одеть. Так, сейчас мы нашего парня остановим на секунду и попробуем привязать. Надеюсь, он не взлетит вместе с ней. Я не знаю, что и может, как я неправильно, что я делаю. Так, вот такими ниточками. Ой, черт, отпустил случайно. Так, хоп. Хоп, хоп, хоп. Еще одну хоп. Все, пришили к башке ему. Просто шапку. И все, теперь у нас эльф. Самое время его уничтожить. Что у нас есть? Яблоко. Держи. Эй, стоп. Что? Айс. Я думал, что я его взял так, а я его к чему-то привязал. Так, оторвали нитку. Бам, яблоко. Не ожидал, да, такого поворота? А банан? А банан хочешь? Держи банан. Так, я его взять не могу. Ага. Бам! О! Я возил в него банан. Вот это банан просто. Банан всех бананов. Бам! О, черт! Это был улей. Это сосуля. Хочешь сосульку пососать? Самое время пососать сосульку. Так, стоп, сосулька сломалась. Ладно, я тебе другую часть ее дам. Ба-бам. Это как-то не очень сработало. О, кэмпфайр, отлично, можно пожарить яблоко. Так, черт, зацепил лишнего. Так, стой, 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 стой. Да ё-моё. Давай. Приготовим что-нибудь вкусненькое. Дай банан только. Все, спасибо. Я не думаю, что это нужно было. Так, вообще давай все приготовим сразу. Чего мелочиться-то? И тебя приготовим. И картошки добавим. Вкусняшка получится. Так, ладно. Можно еще делать вот такую штуку здесь довольно интересную. Так, сейчас я ее найду. Ага, вот она. Можем сделать большую лабораторию. То есть мы теперь можем кидать вот так вот. И он там где-то будет драться, сражаться с чем-то. Не знаю, можно создать пустыню. Сейчас мы вернем его сюда. Да, вот в пустыню. На солнце его можно отправить. Можно в лесах где-то там. Быть можно в ледниках. Но мне больше всего в лаборатории. В лаборатории приятно. Приятнее, вернее, можно, кстати, температуру сделать какую-нибудь неистовую. 142, например. Он сейчас должен просто запылать, по-моему. Ну ладно. Воу! Воу! На солнце его отправили просто. И ветер давайте сделаем, не знаю, 90. И гравитацию 999. Эй, стоп, подожди, куда там улетел? Мы с тобой еще не закончили. Так, стоп. Почему гравитация не меняется? О, вот, наконец-то. Господи, да что это похоже? Как будто он пытается заниматься танцами, но у него это не очень получается. Чёртова гравитация! Так, ладно. Переместился с одной вселенной в другую. Так, что у нас еще есть? Всякие странные штуки. Стол. Стул. Бутылка. Праздник сейчас застроим. Коробка. Коробка нам нужна? А почему бы и нет? Так, мусорка на коробке пускай будет. Эй! Что с коробкой случилось? Мусорка уничтожает все. Дамбвелл, это что? О, самое то. Хоп. О, тортик, отлично. Что у нас еще есть? Пусть тут лежит. А, мусорка все лопает, да. Так, кастрюля, боулинг. Не знаю, может он любит боулинг играть. Горшок. Горшок. О, горшок. Эй, стой! О, отличные. Вот этот цветок просто. Так,
После этого прибраться надо не забыть. Наковальню тоже возьмем с собой. Эй, она все удалилась. Это что? Ботинки, что ли, такие? А, стоп. Ну да, вроде. Так, в случае чего это. Лампа еще нам пригодится. Вдруг антимнезия начнется. Блендер. Ну, тоже можно, в принципе. Так, ладно, все. Стоп, что? Я удалил какую-то часть его, по-моему. Ну, ничего страшного. Так. Сейчас склеим тебя, подожди. Так, хоп. А. Да, все по плану. Наверное. Ладно. Не получилось, немножко я случайно распилил на две части. Так, где у нас этот? Тортик был, я хотел тортиком дать ему. Дать ему покушать тортик. Кушай тортик! Где ты? Хватит мне... Эй, что ты вне кадра торты кушаешь? Зверь, блин. Где ты? О, вот ты. Так, что тебе можно еще дать? Что у нас еще там осталось? Давайте бутылку об его голову разобьем. Так, стоп, где она? Ага. За ВДВ! Офигенная игрушка. Вторая часть гораздо круче первой, по моему мнению. Ладно, это будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась она. Ссылки все в описании. Заглядывайте, смотрите. Там также есть сервер Майнкрафта, плейлист. Еще много всякого интересного, как и сама игра. Да, если вам все понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться. И на этом все, да. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока!